Прощай оружие. После бойни в офисе Москвы по всей стране ужесточат правила ношения оружия. Так полиция предлагает пересмотреть возраст и разрешить брать в руки пистолет лишь после 21 года. А вот с травматическим оружием на улицу и вовсе выходить будет сложно. Так планируют ввести полный запрет на травматику в общественных местах. Парках, ресторанах, стадионах, торговых центрах, кинотеатрах, офисах и на рынках. Запретят пользоваться оружием в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителей новых правил будет ждать административная и уголовная ответственность. В ближайшее время проект поправок в закон об оружии направят в МВД. Напомню, накануне в Москве после пятидневного запоя юрист фирмы расстрелял 7 человек. 6 из них погибли. Последние оставшиеся в живых после бойни находятся в тяжелом состоянии.